Друзья, привет! Сегодня репортаж с моей бани. Сегодня 19 января, крещение, идет святая вода. А мы только сегодня слили старый бассейн. На дне, кстати, видите, это папа экспериментировал, взял, засыпал туда комод, между прочим. Но не в этом суть. Воду слили, и надо набрать сегодня святой воды. Сегодня якобы течет вода у нас такая святая. И я вот собралась мыть бассейн. Сейчас буду спускаться. Надо конкретно мыть. Видите, все углы черные. Работа не початый край. В общем, буду сейчас приступать. От сна падает свет. Свет, конечно, не очень, но мне уже тут жарко становится. В общем, лезу в баню, буду ее мыть. А мыть буду с комотом просто-напросто. Губкой, щеткой. Короче. Берись домой. Вот так, ребят, надо срочно помыть, а потом еще набрать, успеть водички. Кстати, я уже замечала, если воду набираешь 19 числа на крещение, то вода минимум полгода стоит легко. И даже можно никаких не добавлять в ванне этих хлорки и всего такого. Но это мы уже потом добавляем, а поначалу нет. Вот. Хочешь верь, хочешь не верь. Все, ребят, приступаю к мойке своей бани, своего бассейна. Ну, потом, может быть, сделаю чуть-чуть обзорчик по бане. Страшненькая, но такая есть. На губку налила комната, и вот какие тут премудрости. Не наливай, да пей, накладывай, ну, наливай комод за шоркой. Какие тут премудрости? Никаких премудростей. Сейчас прошоркаю весь бассейн, вот и вся премудрость. Ну, ребят, пошоркала я весь свой бассейн, вот, щеткой, вот такой губкой. И сейчас приступаю к ополаскиванию. Использовала, значит, я такие, конечно, сильные средства, как для унитаза, Доместос, Скомат и все такое. Все с хлоркой. Ну, надо бы, конечно, еще лучше помыть, но как позволяют мне сейчас возможности. Пока так. В общем, приступаю к ополаскиванию. У меня вот здесь есть вот такая вода для наполнения бассейна. Сейчас этой водой буду мыть стены, ополаскивать, в общем, бассейн. Ну вот, ребят, глаза боятся, а руки делают. Мою вот не супер идеально, но вымыла. Вымыла, все, водичку слила. Сейчас пробочкой заткну и буду наливать святой водички 19 января. Вот так, ребят. Все, ребят, набираю воду, уже процесс пошел, помыла бассейн, свет падает с окна. Ну вот здесь все вокруг помыла, но, может быть, летом надо, конечно, почище помыть. И здесь даже дверь помыла в парилочку. Ну вот, еще хотела вам показать свое безобразие. В том плане печка здесь,
внутри в парилке. И вот уже прошло 11 лет, и вот это вот отваливается у меня плитка. Плитка, она, может, и хорошая, но отваливается. Так, сейчас покажу вам парилочку. В парилочке мои коврики, связанные из старых футболок. И они, кстати, хорошо как бы лежат, им пофигу мороз. Вот такой валик я вязала. Вот, вот так вот наша парилочка, печка. Печка, конечно, не ахти. Сюда вот поддаем, можно сказать, что попало. Ну, ребят, что есть? Что есть, я вам что? Вот так, все обшито деревом. Вот, высокий полог, высокий. Вот, где-то полог. Высота только 1,20 м. Ну и баня у нас высокая, хотя мы опускали потолки. Все обшито деревом. Вот так. Вот так я вам показала свою парилочку. Значит, сегодня у нас будет банька, крещение, моемся, купаемся. В проруби нет, ну ладно, в чистой воде и то хорошо. Вот так, ребята, на этом все. Ну вот здесь у меня предбанничек, душ, как говорится. Вот, помыла этот стульчак такой. Ну и вот бассейн. Собственно, вся баня, мойка. И вот здесь находится парилка. И еще есть предбанник, где раздеваемся. Показала вам свою баню. Ну все, ребят, с крещением. С праздником. Здоровья вам, успехов, удачи. Удачи во всем. Все, ребят, давайте. Пока-пока.